Добрый день. Здравствуйте, уважаемый ваш превосходительство, Александр Григорьевич. Позволите я передать вам это сердечное поздравление председателя Си Цзиньпин. Это именно ваш победа на выборах перед главным президентом Белорусской Республики. Это на китайский язык, это на русский язык. Спасибо моему другу. Передайте первое поздравление от председателя КНР. Да, да. Спасибо большое вам. Вот это с зелеными кровлями, это базовый действующий проект, который мы сейчас строим. А белым — это проект перспективного развития производства витаминов. Значит, что здесь у нас? Завод КРС птицы, яйца и бройлера, завод свиней, завод рыб и премиксы. В общем, комплекс должен производить в год 650 миллионов долларов товарной продукции. Сердце завода здесь витамины. Валин, лицин, изолицин, витамин С, витамин В12, витамин В2. Конечно, Александр Григорьевич, здесь круто. Из зерна стоимостью 150 долларов мы будем делать триптофан стоимостью 8000 долларов. Добавленная стоимость. А здесь из того же зерна не тонна, а килограмм стоит 50 тысяч долларов. Мы нацелены на Европу. Вот первый контракт с Норвегией по рыбьим кормам полностью забрали. Значит, сейчас мы начинаем продавать уже аминокислоты заранее. Да. Бельгийская компания, крупнейший трейдер на Европу. Все забирает в Бельгию и пожалуйста. Здесь, значит, у нас кристаллизация. Здесь идет осаждение. Здесь закончился биотехнологический процесс. Мы отделяем культуральную жидкость кислотой, паром, кислотой, аммиаком. То есть безотходная полностью технология. К 2024 году будет космос, когда мы будем говорить не только о перспективе комбикормов, а не только будем говорить там о добавках и так далее, тому подобное. Но когда мы начнем говорить о лекарствах, о витаминах, это уже космос. И этот космос недалек. Они начали проектирование. Они третью очередь в ближайшие три года построят. Как я говорю, не было бы счастья, да несчастье помогло. Коронавирус остановил экономику во всем мире. И так получилось, что мощнейшая сити-компания работает только в Беларуси. Это наше счастье, что мы выбрали правильную тактику и не закрыли страну. Поэтому вот через три года мы с вами сюда приедем, точно приедем, и увидим здесь космическое производство. Таким производством обладают четыре страны всего, и среди них Беларусь. Это больше, чем космос. Космосом мы с советских времен занимаемся, а это совершенно новое производство. И сырье наше. 700 тысяч тонн зерна сегодня готовы покупать БНБК по мировым ценам. Словом, это сильнейший локомотив агропромышленного производства, и не только агропромышленного. Не было бы решения Си Цзиньпиня, не было бы этого производства. Это подарок китайского народа и лично этого человека, который только что меня первым поздравил с нашей с вами победой.